Всем добрый день. Сегодня 23 марта. Утро муж сходил на базар. Сейчас покажу, что купил. Мы, конечно, не покупаем много на месяц, на полмесяца. Немного купили, поели, потом еще купили. Вот так свеженькое едим. Сейчас покажу, что купил муж. Первым делом, смотрите, захотел он такую рыбку. Копченая скумбрия, роскошная. Я записала, почем она. По 260 гривен. Полкилограмма. Я попробую ее еще покажу. Так. Немного съели. Грудиночка такая, домашняя, копченая. Почем я записала? По 350 гривен. Здесь сколько? Около 300 грамм было. Далее. Картошки несколько килограмм. Картошка по 15 гривен. Я отложила 3 штучки показать. Хлеб дарницкий покупаем. По полбулки берем. 14 гривен полбулки уже. Было по 12, уже по 14. И булку такую вот он, мягчайшая, и съел половину почти, Коля. Вкусная квиточка. Сколько же она стоит, булка? Это 26 гривен. Квиточка. С маковой начинкой написано. Но тут не видно внутри, наверное, такая булочка. Растительное масло покупаем на базаре. Вот. Пол-литра 25 гривен. Рафинированное маслице. Хорошее. А я сейчас, я сварила уже суп с фрикадельками на обед. Еще сырники сделаю. Вот у меня тут грамм 300 творога, яйцо. Муку добавлю. Заснимать не буду, я его уже очень много раз заснимала сырники. Так. Сейчас отрежу рыбку, попробую. Голову грамотно вырезают. Так, вот так. Чтоб ничего лишнего не попало. Скажу на вкус, какая рыбка. Ну, мы не часто покупаем. Захотелось, купил Коля сейчас. Хлебушка возьму. Соли в меру, жирненькая рыбка. Вот я отрезала половинку кусочка, кусочка достаточно. Насчет рыбки я хочу еще добавить, что очень важно, чтоб не была сильно соленая и жирненькая. Если сухая скумбрия попадет, то тоже невкусно совершенно. И если сильно соленая, то тоже копченая рыба, что с ней делать, вымачивать или что. А это в самый раз рыбка. Поэтому я пробовала. Вот суп с фрикадельками. Вот суп с фрикадельками. И тоненькая лапшичка там имеется. Вот. И сырники пожарила. К сырникам сметана есть. Вот такие сырники. Это у меня было 300 грамм творога. Получилось сколько, 6, 8 штук. Такие небольшие сырнички. Так что будем обедать. Кто будет обедать, тоже всем приятного аппетита. Спасибо, что посмотрели видео.
показала закупочки. Небольшие, но такие у нас закупочки. Как говорила, сейчас буду сырники делать, пожарю. Вот. Супчик есть с фрикадельками. Заходите на мой канал, смотрите мои видео, готовьте со мной, подписывайтесь на канал. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!